И я не выдержал, и я просто сейчас иду на пролом к нему и расскажу, как всем, как можно отшивать вот этих всех попрошаек. Смотрим. Спасибо, хорошего дня вам. До свидания. Подходим к нему сейчас. Специально сейчас натравим его. Где ты, дружок? Вот он. Вот наш пассажир. Поехали. Что-что? Да поможите, пожалуйста. Помогти? Да. Что-то да, случилось? Понимаете, после суток. Я, ну, сутки грабил. Приехал сюда, не хватает 16 гривен, чтобы до дома доехать. 16 билет. Гривен? Да, билет. На электричку или на поезд? На поезд. А куда, вы, тут... куда вы хотя бы едете? Черкас. Ясно. Может вам помочь билет купить? Вы дайте, я сам куплю. Я уже ходил в милицию, чтобы меня посадили. Я вас понял. А у меня просто кредитная карточка, налички нету. Я не местный сам. И вы тоже не местный. Ну, нет. Да. Вам все да. говорят, что вы не местные. Что, что вы хотите? Ну, вы тут давно стоите? Может вам обратиться надо куда-то, в какие-то службы? То я ж кажу, вам в милиции уже был. Никуда. Кажу, деды, позычу какой-то, попроси. А вы не пробовали кредит взять в банке? Там... Там взять где-то 100 гривен и заплатить через неделю 110 где-то. Паспорт надо только. Попробуйте, говорю, удобно. Приедете домой, оплатите через банк, через терминал. Знаете, денежку всунете и доедете. По-моему, так лучше будет. А то ходить попрошайничать, это же не выход. Ну, я понимаю, что... Мне же обратно на сутки. Я вас понял. А вы не пробовали договориться с контролером? Возможно, будет лучше. Не хотят. Никто не хочет. Вам, скажите, не хватает 16 гривен? Пожалуйста, давайте вам сумки понесу. Не. Я не знаю. Дякую вам. Да, до свидания. Дякую. Хорошего дня вам. Значит, несколько признаков того, что они мошенники. Они хорошо одеты. Второе, они не хотят, чтобы им купили билет. И они падают на мороз. Вот и все, что я хотел показать. Всем пока-пока.